Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Дром. О, Вась? Здорово. Здорово. А ты что без машины? Как так, перекуп да на велике? Да все, братан, завязал я. Не перекуп больше, короче. Да ты что? Ты же был лучшим из лучших. Ты японцам продавал жиги, ты гаишникам втюхивал их же тачки. Ты первый стал скручивать у машины пробег в ноль и продавать ее как беспробежную. Ты движку зашмаклевал и все равно продал ее как тачку. Что было, то было. Все в прошлом. Жесть! А что случилось-то? Да совесть замучила. У перекупов же нет совести. Как выяснилось, есть. Так удали. Как? Я не знаю, ты у Кольки спросил, он в администрации работает. Говорит, там всем удаляют. Не, хватит, все. Побаловались, хватит, все. Я не наступлю на эти грабли больше никогда. Погоди, Вась! А скажи что-нибудь на перекупском. Ну нет, я сказал же, завязал. Вась, ну скажи. Я сказал, завязал, не надо. Ну пожалуйста. Ну что ты меня провоцируешь, не надо. В последний раз. Ты нахера китайца взял, что японца не взял? Ой, это ты уже начал, да? У китайца две проблемы. Тонкий кузов, тонкие клеммы. Нормально. Чё твой китайец? Сейчас вот эта тема, понял? Спортивный велосипед, рама, карбон, сиденье. Смотри, разные варианты. Есть вообще режим для рэперов, прикинь? Ты о здоровье подумай. Я думаю. Ты себя видел? Чё? Ты его видишь? Да чё ты? А я за месяц, прикинь, на велосипеде 7 килограмм скинул, а ты? Я... А ты съедаешь за день 7 килограмм и выглядишь как на седьмом месяце. Страховку купил? Купил. Налоги заплатил? Заплатил. Бензин залил? Залил. Прикинь, как любовница, только страшная пи***ца не дает, да? Да это не велик, это чудо чудесное. Я на нем хоть на речку, хоть в лес, хоть по городу, прикинь. Если бы с перекупцем не завязал, продал бы его ляма за два. Ну кого гонишь-то? А чё гонишь-то, смотри. Чё? Это деньги, прикинь. Ты со своей тачкой уже забыл, что это такое? Да почему? У тебя есть деньги? Ну сейчас нет. Ну вот именно, а у меня есть, разницу видишь? Вот и подумай на. Прикинь, как классно! Ветер волосы развивает, молодо, спортивно, позитивно. Блин, да закатиться? Нет, конечно. А чё? Тебе не понравится, тут масло менять не надо. Не, а чё, может, продашь мне его? Ты чё, гонишь, что ли? Не-не-не, я завязал, всё. Чё ты, по-дружески? Ну какой по-дружески? Я сказал нет, всё, нет и точка. Ну пожалуйста! Короче, продавать не буду, если только обмен. На мою? Можно на нее. Давай, я согласен. А я пока нет. Это все-таки китаец. Она на гарантии. Да черт с тобой. О, дурак. Вась! Вась, я передумал!